Берем свежий чищенный картофель и начинаем резать. Маленьким острейшим ножиком надрезаем кубик. Не глубоко. Вырезаем квадрат с каждой стороны. Что же будет дальше? Теперь осторожно вырезаем уголки. Начинает вырисовываться интересная фигура. И вот, после обработки картофеля профессионалом получается куб, внутри которого это невероятно шар. Берем сливочное масло, кладем на разогретую сковороду. Следующий ингредиент – нежнейшее куриное филе. Отрезаем пару кусочков, посыпаем специальной красной приправой. Смачиваем каплей оливкового масла, перемешиваем прямо на доске. Обваливаем. Переносим курицу на сковороду. Не все сразу, постепенно. Перемешиваем золотистые кусочки. Доливаем немного оливкового масла. Берем половинку персика без кожуры. Режем персик тонкими ломтиками. Закидываем в сковороду. Берем плод лайма, разрезаем напополам, выжимаем сок из половинки прямо в сковороду. Тщательно перемешиваем все компоненты несколько раз. Открываем бутылочку Ginger Ale и заливаем им наше блюдо. Теперь немного сливок. Аккуратно перемешиваем содержимое сковороды. Берем тарелку с потрясающими картофельными кубиками. Вынимаем их из воды и укладываем в фритюрницу. Аккуратно, один за другим. Опускаем в масло и обжариваем некоторое время. Берем свежую очищенную морковь. Натираем ее на крупной терке. Получаем немного тертой моркови. Теперь свежий огурец. Трем на крупной терке. Кладем рядом с морковью. Следующий – чеснок. Разрезаем напополам поперек зубчиков. Кладем одну половинку на плиту. Тертые овощи поливаем ароматным маслом. Берем немного белого сезама, посыпаем немного черного сезама. Чеснок поджарился. Кладем печеный овощ на тарелку. Перемешиваем филе и выкладываем на тарелку. Какой запах! Персики и курица, хорошо обжаренные, но сочные, украшают белоснежную тарелку. Однако это еще не все. Картофель готов. Вынимаем из фритюрницы, выкладываем на салфетку, подсушиваем. Кладем на тарелку. И подаем к столу. Потрясающе! Приятного аппетита!